Так, і я представляю Олена Хижняк та Олексій Сугак, організатори чемпіонату Southern Pole, приєднали сьогодні до нас. Доброго ранку вам, завітали нашої студії. Ну, по-перше, хочу представити Олену, що вона регіональний представник Федерації полуспорту та повітряної акробатики України у Миколаєві, а також призер чемпіонатів з полуспорту, так? Що не просто так ви цим займаєтесь. А є Олексій у нас 15 років присвятив почергово таким видам спорту, як водне поло та плавання, та активно розвивається розвитком різних видів спорту у нас в Миколаєві взагалі і займається організацією різних чемпіонатів. Так? Тобто підтримуйте і розвивайте спорт, щоб Миколаїв не застоювався. Отже, ви приїхали, я знаю, що до нас Олена приїхала, ну, вчора ввечері вже приїхала з чемпіонату, який був у Харкові, так? 20-21 жовтня. Розкажіть, що це був за чемпіонат і як взагалі готувалися, як проходили? В Україні зараз дуже багато проходять чемпіонатів по полуспорту, по воздушній акробатиці. Проходят отдельно, проходят в комплексе. В частности, чемпионат в Харькове – это всеукраинский чемпионат, и также он открыт для гостей из других стран. Один из таких масштабных чемпионатов в Украине. Проходил он в сфере полуспорта, воздушная акробатика там не представлена. И мы возили свою команду выступать, девчонки выступали, набирались опыта перед предстоящим чемпионатом в Николаеве, который вот мы, собственно, организовываем. Так, давайте про нього поговоримо трошки більш детально. Отже, наскільки я знаю, буде він 15 грудня чемпіонат. Розкажіть, що готується взагалі, які команди приїдуть, з яких міст України, можливо, світу? Ну, чемпіонат вже буде організовуватися в третій раз, і кожен рік масштаби становяться все більше. І у нас звичайно приїжджають ребята, команди з різних городів України. В частності, у нас звичайно приїжджають Одеса, Херсон, Кривий Рог, Дніпропетровськ, Харків, Черкас. В этом году мы ожидаем пополнения в городах. Думаем, что приедет больше участников, потому что людям нравится, отзывы идут хорошие, и все вот как бы хотят вернуться еще раз, привести еще спортсменов. Угу. Вот. Ну, мы рады, поэтому организовываем в третий раз. Куда-то, ну, це круто. Але за три роки вже, так, вже три рази проводити чемпіонат. Змінилася, я так розумію, думка взагалі миколаївців і всіх глядачів до цього виду спорту, бо він такий неоднозначний, разные думки у всех, так? Да, мы надеемся, что нам удается поменять, потому что правила очень строгие у нас, все в спортивной манере, никаких вольностей, у нас все очень строго. Вот, есть судейская бригада, которая это профессиональные спортсмены, артисты, все оценивается очень строго и справедливо, поэтому перепутать это с чем-то другим невозможно. Что ж, я хочу декілька запитань від наших глядачів, да, про чемпіонат ми вже поговорили, для того, щоб стати чемпіоном, варто чогось розпочинати і когось розпочинати. Отаке одне з найпопулярніших запитань, хто хоче стати акробатом, повітряним акробатом, коли варто розпочинати і чи у всіх це вдасться, і мається на увазі діточок, які почнуть цим займатися. Ось таке до вас запитання. Ну, например, на чемпионате у нас представлены детские категории в том числе, и они начинаются с 6 лет. Но обычно детки начинают заниматься не сразу же воздушной гимнастикой или там спортом на пилоне, они начинают с общей физической подготовки. Даже если они занимаются не сразу же воздушной гимнастикой или полуспортом, они начинают с просто гимнастики или просто акробатики, где первый год своего обучения они проходят общую физическую подготовку. Они тянутся, качаются, они учат элементарные базовые движения, кувырочки, просто ловить равновесие, вот какие-то базовые движения. Вот. И спустя уже год они начинают работу на снарядах. Угу. Вот. Поэтому к нам обычно, там, если приходят детки такого маленького возраста, то они уже приходят с какой-то подготовкой. Если без подготовки, то опять же мы проводим всю подготовку самостоятельно, начиная с общей физической подготовки. Угу. Олексій, Олена, хотілося б дізнатися про ваш режим, тому що ви повітряна акробатика, ви такі повітряні, ви такі в фізичній формі. Чи дійсно він такий важкий і складний режим, от як про це пишуть в інтернеті? От ваш спортивний режим. Наш спортивний режим. Ну, да, в плані харчування, там, в плані сну, в плані там, фізичної підготовки, безумовно, що вона у вас колосальна. Але все ж таки хотілося більш детально почути від вас. Стараємося не кушати хліб. І це єдине? Усе? Нет, ну, я не могу сказать, что в плане питания у нас
какие-то есть диеты. Да, особо ограничений нет. Да. Тренировок много. Спортсмены, которые выступают регулярно на чемпионатах, они должны поддерживать физическую форму хорошую. Это тренировки минимум 5 раз в неделю, в группах, индивидуально, потому что нужно и новые элементы учить, и номера проходить, и ставить их, и готовиться. Ну, сложно. Помимо работы просто в зале, очень много работы за пределами зала. Вот в частности, если говорить о организации чемпионата, то все это происходит во внеурочное время, и это очень сложно. Вот. А выступающим тоже сложно, потому что помимо просто постановки программы, им нужно там подготовить костюмы, там договориться с парикмахером, с визажистом, чтобы их в день чемпионата там подготовили, накрасили, сделали красивыми. Много нервов, особенно если детки выступают, родители переживают. Вся ответственность ложится на родителей за все. Они очень ответственно относятся к этому. Вот взрослые тоже, как и дети, очень сильно переживают, она даже больше, чем дети. Вот, ну. Не просто усвідомлюю, що вони несуть щось, треба щось показати обов'язково. Дітки так просто виступлять і вже вроді да, наче спокійні. У них вже настроєння від того, що вони на сцену виходять, а взрослі, звісно, дуже серйозно відносяться, дуже. Колосальна така підготовка так, до чемпіонату, просто щоб для того, щоб показати миколаївцям якесь шоу, тут просто неймовірна підготовка йде і дуже важко, але ви тримаєтесь. Тримаюсь. Да, ну, на самом деле і психологічно теж важно підготуватися, тому що спортсмен, коли виходить на сцену, він може просто перегоріти. Угу. Що ви маєте на увазі? От я неодноразово чула, коли спілкувалася зі спортсменами, що є такі, як перегоріти. От за куліс, за сценою ти там стоїш, такий, да, готовий, а потім виходить щось бац і не то. От поясніть ви зі свого боку, що це таке за емоції, що це за відчуття таке? Когда спортсмен выходит, он готов к чему-то, он все время настраивается, он пытается поддержать в тонусе не только свой организм, мышцы, там, но и мозг. Да. Он всегда, это главный враг, это твое главное оружие, но также это твой главный враг. То есть ты готов к этому, ты запоминаешь, грубо говоря, прокручиваешь, там, будь то номер какой-то, будь то какое-то выступление и так далее, но в один момент ты можешь просто закрыться внутри, забыться, перепутать что-нибудь, потому что ты слишком переживаешь, ты боишься не доделать какой-то элемент, потому что ты его прогонял 20 раз, у тебя может не получиться, ты на этом зацикливаешься, а если ты зацикливаешься на этом элементе, то ты перестаешь думать о номере, это в данном примере. И человек, просто выходя еще на сцену, он может увидеть, просто испугаться сцены, он видит такое большое количество людей, которые на него смотрят, он видит такое большое количество людей за кулисами, которые там, можно даже сказать, так его подгоняют, то есть, или еще что-нибудь там, но он может просто перегореть от этого. И на этом и заканчивается, грубо говоря, его выступление. Ну, вот, кстати, у детей еще бывает очень часто, когда они боятся подвести тренера или боятся подвести родителей. Они знают, что помимо того, что они стараются что-то сделать, родители, тренер тоже в них вкладывают. И они очень переживают, чтобы все получилось, чтобы им не было стыдно. Вот, ну, бывает такое. Слухайте, а можливо, через якийсь період воно проходить оце таке мандраж, чи все ж постійно перед кожним виступом? Бо, знаєте, кажуть там, та ти виступиш там 10 разів і потім взагалі боятися не будеш. У кожного чоловіка є своя от якась така підготовка. От є у нас один спортсмен в Харкові, Артем Казимов, от він предпочитає уходити в себе перед виступленням. Це як? Помедитувати. Його не можна трогати. От ми були на чемпіонаті в Греції 2 тижні назад. Возили ребят, тоже выступали сами там. Uh-huh. Вот к нему вообще подойти невозможно было. Он перед выступлением буквально минут за 15, он говорит, так, все, мне не трогать, наушники в уши, разминка, и никто ему не имеет права мешать. Каждый настраивается по-своему. Кому-то важно общение. Да, поддержка, кому-то важно там напутственные слова, чтобы сказали, что все будет хорошо, не волнуйся, мы рядом. Для вас конкретно, какими вы методами готовитесь до выступа? Мне лучше всего, когда выступаешь в конце дня, когда уже все почти уснули, когда все устали, когда выходишь на сцену и ты уже настолько много раз был в состоянии волнения, уже поволновался, успокоился, поволновался еще раз, успокоился, поволновался, успокоился, и уже выходишь, уже эмоции все уже были, уже их почти не осталось, остались только те эмоции, которые ты готов дарить со сцены, и ты выходишь
Раскрываешься. Раскрываешься более расслабленный, чем если вот ты знаешь, что сейчас 15 минут, ты не успел настроиться, выходишь и волнение. А вот когда уже много времени прошло, долго вот в этом состоянии пробыл, привык к нему, принял его, осознал, тогда выходишь уже более подготовленный. Ось, два тижні тому ви були в Греції, так? І наскільки мені відомо, теж гідно представили Україну, Миколаїв. Розкажіть трошки, наскільки можливо організація таких чемпіонатів відрізняється от в Греції і в Україні? Да, немножко отличается формат чемпионата, чуть-чуть другой. У нас на чемпионате, допустим, представлены и спортивные категории, и арт-категории, и воздушные снаряды. Там был чемпионат исключительно по пилону, по искусству на пилоне. И был предварительный отбор. Мы не проводим предварительный отбор, у нас чемпионат открыт для всех. Там проводится предварительный отбор, то есть не каждый еще может поучаствовать. Тоже выступали детки и взрослые, были детские и взрослые категории, были категории, поделенные по уровню, то есть любители, профессионалы. Что отличает еще очень сильно от наших чемпионатов, площадка, на которой проводится это все. Потому что у нас чемпионаты в Украине стараются вывести спорт из ночных клубов и перенести на театральные площадки, в концертные залы, на спортивные площадки. Там все еще это проводится в немножко таком клубном формате, хотя очень достойно. Вот. Просто сцена не такая масштабная, не такая зрелищная, она более компактная, уютная, и артист себя чувствует уютно. Если здесь ты выходишь, сцена большая, и в какой-то момент можно потеряться, то там чуть-чуть как домашняя поскромнее обстановка, все, да. Немножко, кому-то удобнее, кому-то ні, не знаю. Ну, круто. Ви молодці взагалі, що так от представляєте всюду Україну. Давайте проанонсуємо все ж чемпіонат, який буде в нас. Так, ще раз нагадаємо. Щоб запам'ятали вже остаточно наші глядачі і долучилися до вас. Да, чемпіонат у нас проводиться 15 декабря в концерт-холі «Юность». Буде проводитися весь день. Поэтому можно прийти в любое время и застать красивые номера. Обычно у нас в первой половине дня проводится воздушное отделение, когда выступают артисты на воздушных снарядах. Это воздушное полотно, воздушное кольцо, трапеция, подвесная мачта ожидается в этом году. И во второй половине дня у нас выступают пилонные категории «Спорт» и «Арт». Можно прийти, посмотреть, насладиться, вдохновиться. Знаем лично людей, которые после того, как посетили мероприятие, решили тоже заняться таким видом спорта. Вот. До речі, от що хотілося запитати. Максимальний вік для тих, хто хоче стати, надихнутися і стати такими, як ви. Ну, безумовно, такими не вдасться стати, але все ж таки. На чемпіонатах всемірних представлена навіть категорія 50+. Да, есть у нас из Великобритании чемпионка мира многократно, ей 64 года, Грета Пантарелли. Вот, она неоднократно завоевывала первое место вот в этой категории именно, и в спортивной, и в арт-секции. Большая умничка. Вот, поэтому, если есть желание, то можно начать, в принципе, в любом возрасте. Главное, с умом, грамотно. У нас есть заявки на наш чемпионат 45+. Так, тобто вже є, вже віддавали заявки, будуть 45. А це з Миколаєва чи ні? Ніколаївський, так. Ніколаїв, так, є, тому. Ми чекаємо з нетерпінням. Дійсно, буде на що подивитися. Дякуємо вам, гарної вам підготовки, гарних виступів. Ми пишаємося, що у нас є такі миколаївці. Я нагадаю, що в нашій студії була Олена Хижняк та Олексій Сугак, чемпіонати, призери різноманітних чемпіонатів, спортивні акробати, спортсмени, взагалі чудові, прекрасні люди. Дякую вам.